все. Во-первых, команда очень крепкая, хорошая команда, которая обладает очень квалифицированными на этом уровне футболистами. Видели, смотрели игру первую с Чайкой, уже знали, что крепкая и по метрическим данным превосходит нашу команду. И исходя из того, что поле такое нам не позволяло играть более такой комбинационный футбол, и команда Сочи, и мы, как бы, особенно в первом тайме, играли очень много вертикальных передач, очень много игры в штрафной, игры со стандартов. И здесь была задача не проиграть вверх, не проиграть верховую борьбу, не дать себя продавить, не дать себя продавить. Вроде ребята справились, оборона наша. Но и были моменты, и так как и у нас, и у команды Сочи, могли забить и мы, и даже по этой игре, на этом поле мы имели 4 момента, которые могли забить. Поэтому психологически очень тяжело выходить на такие игры. То есть психологически, исходя из того, что мы находимся в конце турнирной таблицы, ребята, вот это давлеет вот это вот место. А так самоотдача и игрой команды в целом мы довольны. Я доволен самоотдачей игрока.